Добрый день, с вами я, Александр Демидович. И сегодня я побывал на улице Европейской. Адреса вы увидите в моем видео. В чем проблема этого участка нашего города? К сожалению, для подвоза грузов, товаров к магазинам используется тротуар. Причем довольно часто используется довольно-таки похабным образом. Машины тяжелые, грузовые ездят и частично проезжают по газонам. Происходит разрушение самого тротуара, так как тротуар не рассчитан на тяжелый вес. Также и обочины тротуара. Вот вы видите, вот я вам показываю все. Обратите внимание, как это все происходит. Самих машин я там не дождался. Но это не была моя самоцель, дождаться саму машину. Нам с вами достаточно увидеть последствия их деятельности, их проезда. А последствия, к сожалению, плачевные. Хотелось бы, чтобы дирекция магазинов подумала о благоустройстве близлежащей территории. Ведь прямо непосредственно возле магазинов даже Эйфелевую башню построили. Да, многие обратили на это внимание. Некоторые журналисты даже делали репортажи об этой Эйфелевой башне, где можно сделать селфи. Но, к сожалению, многие закрыли глаза на то, что происходит. Я здесь оказался не случайно. Меня попросили осветить эту ситуацию. Жильцы близлежащих домов, они говорят о том, что пытались и клумбы какие-то делать, все, но клумбы разбивают, убирают в сторону для того, чтобы был проезд. Господа, это не проезжая часть, это тротуар. Всем хорошего настроения.